Ульяновская школа-интернат номер 89 в Заволжском районе может по праву гордиться своим директором Галиной Борисовой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В списке награждаемых оказалась и наша землячка. Ей будет присвоена медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Я горда, конечно, тем, что награждена такой достаточно высокой наградой государственной. Это медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Узнала я об этом 9 июня. Мне позвонили с Министерства образования и сообщили о том, что подписан указ президента о моем награждении. Конечно, это очень волнительно, это гордость. И, конечно, всегда говорю о том, что это не только моя заслуга, а это заслуга всего коллектива. В сфере образования Галина Николаевна работает уже 35 лет. Последние 7 лет в должности директора. Кстати, есть чем похвастаться и самому учреждению. Школа-интернат, единственная в ПФО, входит в ассоциированные школы ЮНЕСКО. Коллектив школы – высококвалифицированные специалисты, работающие с особыми детьми. Воспитанники у педагогов необычные, ребята с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью. Особо руководство радуется внедрению молодых специалистов с новыми идеями и методиками обучения. В свою очередь, педагогический состав всячески поддерживает инновационные идеи директора. Но мы, конечно же, очень гордимся и рады тому, что Галина Николаевна получила такую высокую награду. И для нас это, конечно же, и оценка работы всего коллектива. Под руководством Галины Николаевны школа преображается каждый день. Мы меняемся и внешне, то есть меняется образовательная инфраструктура, и внутренне. Наше участие в различных проектах, в новых образовательных технологиях – это все, конечно же, под руководством Галины Николаевны. Сейчас школа готова к новому учебному году. Идет плановый ремонт помещений, а также разработан проект «Доброшкола» для новых кабинетов лечебной физкультуры, мультимедиа-центра, полиграфической мастерской, оснащенных кабинетов химии, физики и иностранных языков. Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.